Короче. Давай без короче. Всем привет. Сегодня будет необычный видос. Сегодня будет обзор на самокат для новичков. И самая главная фишка в этом видео, я разыграю этот самокат среди своих подписчиков. Чуть попозже я расскажу вам все условия. Но сейчас мы распакуем этот самокат, соберем, сыграем в Game of Scoot вот с этим человеком. Давай сыграем еще на что-то. Можно на бабки сыграть? Давай. Чтобы было интересно и получился классный видос. О, уже хорошо. Видишь, какая дека офигенная. Мне нравится. Смотри. Самое главное, это система хик, да, получается? Или хик, да. Это уже хорошо. Смотри, как офигенно. И у них уже собраны, то есть, коробки. В принципе, тут что нужно? Вставить руль, просто закрутить и все. Смотри. Если у вас нет шестаков, то они тут есть. Даже две штуки. Самокат трюковой. Profish Black. А где купил? Извини за мат и за мат. Купил я на сайте. Я покажу на каком. Сайт называется Inspector Gadgets. Тут продаются самокаты для новичков от 3000 рублей. Я купил вот этот самокат PlayStation Profish. Стоит он 9360. Также здесь есть на выбор очень много трюковых самокатов. Офигенно на самом деле. У них, смотри, 4-болтовый хомут. Пропил подходит под зажим. В принципе, неплохо, неплохо. Кстати, руль по высоте нормальный. Мне нравится. Обычно самокаты для новичков, у них как бы низкие рули. Но тут уже более-менее такой нормальный. Блин, ты же снял, как я деревенский такой. АГНС у нас сегодня деревенщина. Чего? Че? Сократил? Но все равно, я думаю, такой самокат не стоит сравнивать с профессиональным, потому что этот самокат, мне кажется, исключительно подходит для новичков и, возможно, любителей, но, не знаю, у меня самокат совершенно другой. Они отличаются реально, но мой самокат и стоит, соответственно, в районе 50 тысяч. Вот. Но особо отличия небольшие. Мне кажется, единственное в габаритах и в прочности. После того, как мы сыграем в гейм, мы скажем свои ощущения о самокате. Ну, прочный, непрочный, что с ним случилось вообще и так далее. Давай, смотри, ты мне даешь колесо, если я тебя выигрываю. Да. Если ты меня выигрываешь, я тебе даю бабки. Давай. Я посмотрю, сколько давай, у меня есть. Сколько у тебя колесо стоит? Во сколько его продать можно? За 300. Ну смотри, у меня есть 250 рублей в кошельке. Нормально, все, равноценно. Играем на 250 рублей и колесо получается. Чак, гелик не отходит, все хорошо. Это сотая, да? Я не знаю, что в рюкзаке было. Не, ну нормальное колесо. Я типа ноздрю закрыл, такой смеюсь и хрюкнул. Давай, скинемся тогда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, я первый начинаю, значит. Давай. Гадаю фромборд на хил. Давай. Опа! Первый фейл. Если честно, не ожидал. Давай, я тебе. Он совершенно другой, как я думал. Он очень легкий. Фронтборд на 360, давай. Давай. Хорош. Ха-ха, первая буква за мной. Пойду, короче, по паркерским трюкам, потому что... Да ну, ты чего? Стрит, что-то мне не очень удобно на нем. А я стритер с рождения. У меня просто доска длинная, а тут она короткая. И мне кажется, самокат больше под паркер подходит. Вот. Так что давай барный вип книжку. Давай. И если хочешь парковые трюки, то давай треху вип уголок. Давай. Только, наверное, в этом? Да, давай в этом. Он думает, что я трехвип не сделаю, но он сильно ошибается. Не, вообще не, никак не катит. Давай вип на бар. Давай. И я даже пробовать не буду, но буду гадать на рейл. Давай бэклип на вип. Счет 1-1, Аганес гадает.
Он такой легкий, я не могу. По сравнению с моим, это просто в два раза меньше весит. Да ну! Бордслайд на бэклип. Все. Бордслайд на бэклип на вип. Чего? Кидаю брай вот на подкатике. Да ну! Ну ты чего? Ну так нельзя делать. Фронтборд на бордслайд. Счет 2-2. Увип. Давай. Ну почти, почти. Чтобы загадать. Давай на рейл что-то. Дай, смотри, бордслайд. На вот такую штучку, типа на фибол. И на оба трех. Ну нет. В смысле, я сделал? Ладно, у меня 4. Ты не умеешь? Ну я попробую, ладно. Угадайте, я full whip на подкатике. Да, ну, давай. Баранки гну. Ну я не снял, ну давай еще раз у тебя вторая попытка. Ну все. Ты понимаешь, что ты, то, что сейчас ты проиграл мне колесо. 5-2. И колесо проиграл. Ну, короче, сейчас в этой игре я его выиграл и получаю свое колесо. Игл. Yeah. Ладно, ну смотри, мы покатались, как тебе вообще самокат? Очень удобный. Мы заметили единственный минус. Это шкурка. Сейчас я вам покажу. Печально, конечно, печально. Но шкурка отклеивается. Ну да, не критично, но все же, это как минус, мне кажется, самоката этого. Это хреновая шкурка. Для новичка вполне подойдет. Так что если ты хочешь купить себе такой самокат, то заходи по ссылке в описании, смотри и покупай. В принципе, там есть что выбрать. Так что самокат для новичка, ссылка в описании. Я вам говорил то, что разыграю этот самокат среди своих подписчиков. Что нужно сделать? Давайте я сделаю так, чтобы было мало участников. Чтобы выиграть этот самокат, вы должны, во-первых, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать любой комментарий, сделать репост этого видео и подписаться на мой инстаграм. Я думаю, будет мало участников, потому что много заданий, и те, кому реально нужен этот самокат, выполнят все задания. Я через 2 недели в прямом эфире в своем инстаграме проведу этот розыгрыш и выберу одного победителя, кому достанется этот самокат. Участвуют все города, так что ты можешь выиграть. Участвуй. Все в твоих руках. Подробнее, если вы не поняли, я все оставлю в описании. Смотрите, участвуйте в конкурсе. Всем пока.